В Барнауле прошли необычные соревнования. Слабослышащие сразились на личном первенстве по боулингу. Мы считаем, что боулинг-клуб, он хорош тем, что это активный отдых, это здоровый образ жизни, который позволяет ребятишкам понять новые виды игр, активно пообщаться друг с другом. Создается здоровая конкуренция, когда во время игры у них азарт. Это действительно интересный вид спорта. Среди игроков ребята из специализированных школ Барнаула и Новоалтайска. Отсутствие слуха не мешает им выбивать страйк. Говорят, тишина помогает лучше сосредоточиться на ударе. Такие спортивные соревнования проходят ежегодно. В этот раз первенство посвятили юбилею Всероссийского общества глухих. Организации исполнилось 90 лет.